Это новости о событиях к этому часу. Расскажу я, Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. С новым водопроводом, но без воды живут жители поселка Белоусовка на востоке Казахстана. Еще в 2018 году к домам сельчан подвели центральные коммуникации за 2 миллиарда тенге. Однако запущенные меньше 3 лет назад водопроводные системы ремонтируют месяцами, а сельчан спасает родник на окраине. Вячеслав Витлугин продолжит. Ввиду отсутствия стабильного центрального водоснабжения, жители поселка Белоусовка вынуждены добираться до родника. Однако дорога эта достаточно извилистая. Нужно преодолеть и спуски, и подъемы, достаточно экстремальную тропинку. Расскажите, насколько сложно все-таки вот набирать воду в таких условиях? Чтобы спуститься сюда, нужно пройти дебри, которые состоят из колючек, крапивы, поросли. Ну и чтобы спуститься здесь в дождливую погоду, допустим, даже в пасмурную, вот эта вот тропинка, которая позади вас, она довольно-таки скользкая. И так тяжело подниматься, допустим, вверх. Поэтому за водой сельчане ходят группами, в прямом смысле поддерживая друг друга. Хотя к поселку Белоусовка подведен центральный водопровод. Он месяцами не действует. Вот наш напор. Как с вечера не стало воды, и до сих пор ее нет. Вот так вот мы живем. Семьи есть, 5 человек детей. Их собирать в школу, у нас нет воды. По отчетам местных властей, водопроводные системы в поселке стабильно строят. В 2018-м в Белоусовке запустили новый водопровод за 2 миллиарда тенге. А в этом году освоили еще 99 миллионов, да, оснастив его новыми насосами. Обо всем этом оставшиеся без воды сельчане узнают из местных газет. Вот на 23-й год планируется 8 проектов на 1,3 миллиарда тенге. Из них вот строительство школы и вот ремонт системы питьевого водоснабжения поселка. Тот факт, что новые водопроводные коммуникации построены серьезными просчетами, в поселковом акимате не исключают. По сути, освоенные коммунальные проекты сегодня требуют дополнительного финансирования. В текущем году были выделены дополнительные бюджетные средства. Значит, на данный момент пробурено 2 дополнительные скважины, установлены 2 глубинных насоса. Также приобретен центробежный насос, установлена станция 2-го подъема. Аварийное водоснабжение и в нескольких селах соседнего Шимонайхинского района. В поселках Первомайская и Барашки воду берут из мелеющего Иртыша. Выходят из строя насосы. Люди ищут тару для перевозки дефицитной воды и записывают видеообращение для чиновников. Собирали по всему, везде и всякое эти емкости. И зачастую они были непригодны для питьевой воды. С горем пополам нашли одну емкость, которую разводили по поселку. Да потом жители уже предложили покупать тару, да набирать чистую воду, да развозить по поселку. Это вообще абсурд. Такого не должно быть. Правозащитник Адиль Пшонов региональные водопроводные тендеры изучил досконально. Поясняют, часто большие стройки непрозрачны. На сайтах госзакупок минимум информации о, по сути, социальных проектах. А в общем доступе не указаны суммы работ и источники финансирования. Лишь скупые данные о подрядных организациях и объемах выполненных работ. По нашим сведениям, на 2 села, в Катон Карагай и село Лукинару, выделено 2,5 миллиарда тенге. Однако данные государственной закупки на сайте отсутствуют, есть только объявление. Со слов местных жителей, данный трубопровод укладывается с нарушениями, с нареканиями. Одно из них это, допустим, отсутствует технический надзор на месте. До 2025 года все населенные пункты страны рассчитывают охватить центральным водоснабжением. Только на востоке за оставшиеся 1,5 года готовы освоить 34 проекта с бюджетом в 10 миллиардов тенге. В масштабах страны суммы как минимум в 10 раз выше, а стало быть и коллективная ответственность за сдачу объектов. В ближайшие 2 года в Казахстане намерены подвести водопроводы к 25 городским населенным пунктам и охватить водоснабжение до 1400 сел. Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. На 30% ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды. Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан еще в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее.
В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды. И чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий. В прошлом году запрет сделали. Запрет, когда поставили, ну, думали, что лука мало. Люди не показывали свои склады, сколько лук. Пока этот запрет открыли, лук начал портиться. Я сам около 700 тонн, наверное, выкинул лука. Вообще 41, 43, 45 поливов. Здесь вот это около 30 с лишним. Получилось 37, 38. Ну, не допалили, да, вот эти именно последние моменты, вот эти, каждый полив роль играет. Из-за дефицита поливной воды урожай на этом поле начали собирать на месяц раньше. Здесь 130 гектаров лука. Видно, что он уродился маленьким. По словам фермера, такой сбор составляет 50% от общей площади. По подсчетам овощевода, на 1 гектар лука потратил 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, начал реализовывать урожай, но по низкой цене. Продажная стоимость 30 тенге, 40 тенге, 40, покрупнее, если по 45. 43, вот так. В данный момент сейчас 80-82 тенге примерно. Если бы мы продавали, мы затрат вышли бы. Сейчас спроса нету. Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится. Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли. На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средний урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность, естественно, ниже на 30%. 25%. Повлияло это особенно погодные условия, нехватка поливной воды. Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Жамбылская область, Хабар 24. На востоке Казахстана животноводы после засушливого лета рискуют столкнуться с дефицитом сена. Власти уже готовы разрешить покосы на землях запаса и лесного фонда. Но главное сохранить то, что уже удалось собрать, отмечают службы ЧС. Всего за месяц в регионе сгорело больше 150 тонн сена. Поэтому там активно проводят профилактические рейды. В один из них отправились и наши корреспонденты. Подробности у Анели Синбердиной. Период сенокоса – жаркое время для крестьянских хозяйств. В любой погожий день сейчас сельчане стараются запастись кормами. Ержан Раздыков, бригадир, руководит этими работами. Но сегодня он остался на ферме и вместе со службами ЧС проверяет, все ли сделано для профилактики пожаров. Специалисты буквально по сантиметрам проверяют, достаточно ли расстояние между стогами, не перекинется ли пламя в случае возникновения огня. У нас здесь и скважины, и молниеотводы, и расстояние вот эти между сенами. Вот все это нам обходится дорого, но это мы делаем для себя, чтобы сохранить сено. Очень трудно готовить сено. Сена нынче вообще мало. Косим гектары, а берем там мизерные. В хозяйстве чуть больше 300 голов скота. На зиму им нужно 800 тонн сена. Пока удалось собрать меньше половины, мешают дожди. И такова ситуация почти во всех районах области. Поэтому особенно важно сберечь скошенное. Пожарные во время рейдов дают максимально подробный инструктаж, как избежать потерь от огненной стихии. Многодневный труд дорогого стоит, поэтому лучше соблюдать правила пожарной безопасности. Чаще всего люди делают это так, что хранят на сараях, на каких-то площадках, которые располагаются вблизи с линиями электропередач. Все это становится причиной того, что происходит вот такая беда. Главная проблема в горении сена – пламя мгновенно охватывает почти весь сток. Поэтому чаще всего сельчанам справиться самостоятельно просто невозможно, делятся спасатели. Важна каждая минута. И своевременный вызов на номера 101 или 112 порой решает исход дела. За 23 года работы мы спасли грубые корма, то есть кирды сена, это только 2 раза. Это почему? Потому что люди обратились вовремя. Обычно, когда пожар, они теряют свое золотое время,
у них начинается паника, они бегают и потом через 10-15 минут только обращаются в противопожарную службу. Но в первую очередь нужна именно профилактика. Всего за август в регионе провели свыше 600 таких рейдов. Анна Рисенберг, Надежда Грибабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. И о событиях в мире. Тайфун Саола прошел китайский Гонконг. В городе ликвидируют последствия стихии. По данным экстренных служб, поступило больше 1000 сообщений об упавших деревьях и 18 подтвержденных случаев подтоплений. Скорость ветра достигала 160 км в час. О травмах сообщили 75 человек. Данных по погибшим нет. Аэропорт Гонконга начинает возвращаться в нормальный режим работы. Накануне его администрация отменила 460 авиарейсов. Ранее в связи с угрозой тайфуна несколько миллионов жителей Южного Китая укрылись в убежищах. Власти также эвакуировали 780 тысяч человек из опасных зон. В Ираке разбился автобус с паломниками. Трагедия произошла недалеко от Багдада. Известно о гибели 18 человек. Еще 30 получили ранения. Местные чиновники сообщают, больше половины погибших граждане Ирана. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с трассы и перевернулся. Расследование причин ДТП взято под личный контроль министра внутренних дел Ирака. Отмечу, верующие направлялись в иракский город Кербела, а куда ежегодно съезжаются тысячи шиитских паломников. На юго-востоке Турции упал метеорит. Его падение смогли увидеть жители сразу 4 провинций. Примерно в 8 часов вечера по местному времени небесное тело вошло в атмосферу планеты. На любительских кадрах видно, как горящие обломки метеорита осветили небосвод голубовато-зеленым цветом. Затем последовала ярко-оранжевая вспышка. Турецкие власти пока не сделали какого-либо заявления по этому поводу. Данных о разрушениях или пострадавших нет. Отмечу, такое явление не редкость. Ученые зарегистрировали больше 1000 падений метеоритов на Землю. Свыше 2 миллионов гектаров земель в Узбекистане страдают от эрозии. Это почти половина посевных площадей республики. Усугубить ситуацию может и масштабная установка солнечных панелей на сельхозугодьях. Эксперты попросили пересмотреть правила их использования, опираясь на опыт европейских стран. Подробнее в следующем материале. Ученые Узбекистана обеспокоены широким применением солнечных панелей в сельском хозяйстве. Они считают, что их неправильная установка может оказывать негативное влияние на урожайность культур. При этом на сегодня никто не может точно сказать, какой ущерб получает почва. На сегодня точно сказать, насколько сильно вредит использование солнечных панелей земле, очень сложно. Даже ученые мирового уровня не могут сказать об этом однозначно. Но мы уже изучили опыт европейских стран, в том числе Германии. Там существуют определенные требования. Например, под установку солнечных панелей разрешено выделять только 10% посевных площадей. Сейчас мы внедряем эту практику. Выполнить новые требования в короткие сроки фермерам не так легко. Все потому, что перед установкой солнечных панелей европейские стандарты в расчет не брали. Сейчас Министерство сельского хозяйства Узбекистана работает над внесением ряда поправок в закон. На данный момент формируется одновременно активное внедрение альтернативных источников энергии без вреда для посевных площадей. Землю мы призываем использовать максимально рационально. Проблема деградации почвы остро стоит не только в Узбекистане, но и во всем мире. На сегодня ученые Узбекистана предлагают несколько методов эффективной рекультивации земель. Среди них капельное орошение, а также массовая высадка деревьев. Асель Абдыкылыкова, Рауан Мынбаев, Хабар 24 из Узбекистана. В Пекине открылась международная ярмарка торговли услугами. Она продлится до 6 сентября включительно. Девиз мероприятия «Открытость ведет к развитию сотрудничества, создает взаимовыигрышное будущее». Организаторы представили 9 тем. Они связаны с услугами в различных сферах. Это телекоммуникации и информация, финансы, туризм, образование, спорт, бизнес, строительство, здравоохранение и экология. С момента первого проведения данной ярмарки прошло уже больше 10 лет. Она стала важной платформой Китая для сотрудничества и внедрения инноваций. В выставке участвуют больше 80 стран и международных организаций. Ну и на этом пока все. Увидимся.